Вопрос не задал еще. То есть они лечат гомосексуалистов или нормализуют, говорят, что это нормально? Sateenkaariperheet on yksi meidän kumppanijärjestö. Ja hän kysyi sitä, että hoidatteko te tätä, tai siis sateenkaariperheitä vaivana? He on meidän hyvä yhteistyökumppani ja heillä on tämän alan erikoisosaamista ja he kohtaa näitä heidän asiakkaitaan. Me ylläpidetään tätä sivustoa ja tuetaan heitä, mutta oikeastaan muuten se kaikki tieto ja apu tulee sieltä sateenkaariperheiden kautta. Они делают, то есть в их сеть, в партнерскую сеть входит в том числе ассоциация, которая объединяет себе так называемые радужные семьи, которые владеют всей нужной информацией. Их роль в данном случае как бы посредническая. А, они просто перенаправляют информацию. Это теряны, которые уже болеют, да, за это. Joo, ja erilaiset muutkin, yksinhuoltajaperheet ja mitä meillä on tuolla. Niin поскольку heidän... под термином нетрадиционная семья не понимается сразу гомосексуализм, понимаются все эти семьи, которые выпадают из общепринятого представления мама, папа, ребенок. Закончился первый день семинара по международному проекту НКО. И отцовство, повышение эффективности НКО в работе с отцами и семьями в различных жизненных ситуациях. Было удивительно среди участников и организаторов данного мероприятия увидеть Совет министров северных стран. Эта организация признана не так давно у нас иностранным агентом. Участвует также в данном проекте Центр Радомира и администрация Центрального района Санкт-Петербурга. Известно, что из северных стран, наших соседей, исходят и приходят к нам в Санкт-Петербург, в частности, такие программы, как сексуальное просвещение, ювенальная юстиция и другие негативные явления. У нас создан Центр сексуального воспитания детей, и мое выступление как раз имеет к этому отношение. Полагаю, довольно странная, любопытная дилемма, то есть как будто бы предполагается, что мужчина – это тот, кто может постоять за себя, и он должен ответить на насилие, на агрессию, насилием и агрессией, но если он такое делает, то тогда он оказывается, в общем-то, и обвиняем. А можно вопрос? А вот что считается перенятие актом насилия по отношению к ребенку? Вот насколько должно быть сильное физическое воздействие, чтобы приняли, что это именно является актом насилия? Вот шлепок по попе – это насилие? Это миссия вайхеса рикоксен мергиттан. По идее, изначально, любое действие, физическое действие, примененное по отношению к ребенку, щелбан, подзатыльник, шлепок по попе или что-нибудь другое, оценивается как недопустимый акт насилия. Другое дело, что потом уже полиция начинает решать вопрос о том, насколько это классифицируется. Закон просто декларирует, закон отрицает. То есть закон приписывает это все как акт насилия, расценивает как акт насилия. Поскольку кто-то может подумать, что шлепнул сильно или шлепнул или слабо, больно ребенку или не больно, чтобы вот такого не было сомнений, просто все запрещено. А, тогда второй вопрос. А можно еще раз закончу? А тогда, получается, насилие предполагает только физическое воздействие, а, например, если там идет какой-то запретительный характер, там, дискриминационный, ну, например, ты не идешь куда-то, там, не пускают на, ну, например, посетить любимый там концерт, кружок или еще что-то, это считается актом насилия или нет?
Я ваш вопрос тоже перевел, поэтому он все сразу... А что вы придумали? Тут в полицию заявление. Да. Всякий работник медицинского учреждения обязан подавать в полицию, если, психологическое насилие или физическое насилие, если считается, что ребенку нанесен вред, то, соответственно... Каждый гражданин обязан заявить об этом в полицию, если он подозревает, что по отношению к ребенку... Что это не ребенок. Вот он 5 лет, его шлепнули по горле, он что? Против которых родительская общественность выступает категорически против, не желая воспитывать детей по тем западным ценностям, которые нам навязывают, вопреки традиционным духовно-нравственным ценностям, которые исповедуются у нас исторически в России. Обратила на себя внимание участие в данном мероприятии госпожи Сагитовой Марии Сергеевны, которая ранее представляла информационное бюро Совета министров северных стран. И сейчас она
представляет комитет по социальной политике, поэтому как бы человек стал государственным чиновником в администрации нашего города. Ничего позитивного в этом родители, естественно, не видят. Довелось сейчас послушать представителей финской страны. Они представляют из себя организацию «Федерация семьи». Если я не ошибаюсь, это аналог нашей Российской ассоциации планирования семьи, которая была переименована в Российскую ассоциацию народонаселения и развития, и которая недавно признана также иностранным агентом. Поэтому они много времени уделили в своем докладе теме сексуальности. Они подтвердили, что европейский стандарт сексуального образования не только реализуется в Финляндии, но и эта организация Федерации семьи участвовала в разработке данного европейского стандарта сексуального образования. Среди родительской общественности этот стандарт опубликован с 2010 года. У нас в России вызывает у родителей крайне негативную реакцию, потому что там предлагается начинать сексуальное образование детей, начиная от 0 до 4 лет, включая вопросы мастурбации. У нас на Руси это называется рукоблудием. Хочется, чтобы никогда у нас в стране данный стандарт не был принят к исполнению, никогда не реализовывался. Я думаю, родители не позволят действовать так в отношении своих детей и не допустят сексуального образования в той форме, которая нам навязывается от наших западных партнеров. И, в общем-то, потому что в России это называется растлением малолетних и несовершеннолетних.